Итак, всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня мы играем на таком вот интересном сервере. Вам, не знаю, вам понравится, наверное. Так, мы играем за КТ, ребятки. Так, что там будет? А, я что-то запутался немного. Ну ладно. Так, попытается тащить. Вы просто послушайте, что этот пацан говорит. Вообще. Кстати, надо... О, калаш. Ах ты, блин. Ты понял, забыл этот, Так. Ну, ты понял, о ком я говорю. Так, нет. А, вот, всё. Давай-ка. Yes. Мне хуй баллоса мочить. Мне это не нравится. Давай-ка. Так. Бою их один за... Ну давай-ка, пусть будет такой включено. Болтами, просто болтами, слушайте, что они болтают месте, тут вообще. Не валю их, этих пиперов, блядь. Yes. Не везде просто спавнится, ребят. Так. Круто. Ну, он не очень мне понравился. Давайте пошли сюда. Так. Мне кажется, никого нет. Спуски он очень близко. Так, ладно. Окей, пошлите дальше. Че, еще кто-то? Давайте. Ну блин. Окей. Так, окей, круто. Побежали дальше. Красавчик. Негев. Идемте. Давай, как. Ах ты, блин, у него тоже негев. Галил. Давайте. Так, тихо. Тихо, тихо. Блин. Пять. Ладно, давайте за. Окей. Пофиг. Это Жора, вот мой чеф, он тем более свет за мной стоит, дядя Жора. Дядя Жора. Давайте дальше. Блин. Не успеваю их просто убивать всех. Так, дальше. Так, побежали. Нет. Опа. Вот так надо. Блин. Да ладно. Круто. Вот это тоже надо, блядь. Да, блин, достали. Так. Вы послушайте, что говорит этот форсаж, блин. Вообще. Это просто смешно. Короче, не забудьте. Не забудьте подписаться на меня ВКонтакте. Мой ID 53554 63. Жду подписок. Давайте. Добавляю всех, принимаю заявки от всех. Да, уже не на кого. Сейчас поставлю, скажу. Еще не видишь на кого. Нет, там мне не написано, на кого баним. Да уж. Ну круто. Так, ладно. Пошлите.
картишку. Отлично. Ладно. Ого, сколько их дофига здесь. Давай, блин. Достали. Ладно. Давайте. Вот смотрите, этот парень просто всех банит. Вообще. Вообще. Так. А, блин. Тебе повезло. Тебе повезло. Я уж. Саты, у тебя иммунитет есть. Навечно, навсегда. Ты молодчага. Ну конечно, ты думал. Я же у директора этого сервера. Я скачал. Кого скачал? Ну, Counter-Strike только скачал. Ну, похуй, на другую карту перейдешь, если... Если ловишь. Двоих убил. Одного даже через стену. Это он не нахренел. Не сможем, блядь. Правильно говорю, ты не сможем. Вы почитайте, что пишут в чате. Это вообще. Прикольно. Да блин. Ну окей. Кстати, кто не заметил, это пиратский сервер, я опять на него зашел, ребят. Это, конечно, будет офигенно, как круто. Сейчас. Так, кто там? Так. Охуевший, что ли? Так, о, пидорас. Супер. Мы его выгнали. Круто. Ха-ха-ха. Он выгнался или нет еще? Видимо, нет. Окей, ну блин, давай. На. Так, ладно. Идемте сюда. Успеваю их убить просто. О. Круто. Пойдем. Да еб. Ладно. Дигл. Давай. Блин. Да вы что? Да еб. Да ин, вы достали. С пистолетов. Да ебать. Да, на таком сервере, конечно, не поиграть так, как я вообще играю. Ну ладно. Как бы. Да еб... Почему все сзади кто-то подходит, блин? Не дают никого убить даже. Давай-ка. Все. Давайте. Сюда давайте. Да ё, да ладно. Да откуда у вас такое вообще здесь? На. Да, мне такой режим не нравится. Да, это вообще какой-то сложный режим. Так. Давайте дальше пойдем. Тут тоже запрещены все оружия. Это просто какая-то хрень. Ты
чего их так дофига там? Я так и не понял. Не знаю, на нормальных серверах у меня доступны все оружия, то есть мои, из кейсов. А на пиратских серверах почему-то нифига не доступно, не вообще ничего. Глок, который поменялся на дигл, и поменялось у меня оружие всегда. Круто. Так. Ладно. Мы его убили. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Не забывайте добавляться ко мне ВКонтакте. Ну и в общем, всем вам пока.